Очередной гуманитарный груз отправился в зону специальной военной операции. Посылка едет к нашим бойцам в именной батальон «Ульяновск». В коробках все то, что запросили командиры воинских подразделений. Это и техника, и предметы быта. Как всегда, мы отправляем буржуйки, печки, уже на которые готовить кушать, уже что-то такое получше мы отправляем. И газовые баллоны, все как обычно, армированный скотч. И дроны с тепловизорами в этот раз отправляем. Немалую часть груза составляет провизия. Для военнослужащих собрали 5 тонн картофеля, 2 тонны капусты, лук, крупы, консервы, мясо. Кроме того, были отправлены строительные материалы и оборудование, теплая одежда, необходимое снаряжение. Впервые был запрос на медикаменты. Силами медперсонала удалось быстро собрать все необходимое. Мы сегодня отправляем им тоже материальный груз, это медикаменты, те, которые необходимы для оказания первой медицинской помощи. Это противовирусные, противовоспалительные средства, дезинфицирующие средства, антибиотики. В сборе груза традиционно помогали администрации районов, местные сельхозпроизводители, семьи добровольцев и волонтеры. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.